Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 26 мая. Память преподобного отца нашего Иоанна Психоиза. Святой отец наш Иоанн с юных лет возлюбил Христа. По характеру своему стал подобен святым пророкам Илии и Иоанну. Оставив мир, он отправился в Психоидскую лавру и принял там иночество, после чего получил от Бога дар изгонять бесов и исцелять болезни. Он подвязался во время иконоборческих волнений, укрепляя православных в вере своими наставлениями. На него сделан был донос императору, гонителю на иконы, и последний призвал его к себе, стал принуждать отказаться от поклонения честным иконам, присоединиться к его ереси и подписаться на нечестивом свитке. Но преподобный не согласился исполнить это и даже обличил императора, назвав его еретиком. За это он сослан был в ссылку, где претерпел от беззаконных и несправедливых иконоборцев множество бедствий. И здесь окончил жизнь свою. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.